Виновны. Трое сотрудников службы исполнения наказаний колонии-поселения Калманского района, начальник, его заместитель и младший инспектор отдела охраны признаны виновными в превышении должностных полномочий, а также в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Следствием и судом установлено, что в 2016 и 2017 годах сотрудники службы исполнения наказаний, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, организовали силами осужденных незаконную рубку принадлежащих муниципальному образованию деревьев породы береза, осина, сосна и тополь, которые произрастали на территории Калманского района. Похищенной древесиной должностные лица распоряжались по своему собственному усмотрению, в том числе реализуя ее местным жителям. Ущерб, который нанесли району теперь уже бывшие сотрудники системы исполнения наказаний, составил 1 000 000 рублей. Следствием совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по региону была проделана большая работа. Допрошено более 60 свидетелей, назначены и проанализированы результаты всевозможных экспертиз. В итоге начальник колонии поселения и младший инспектор отдела охраны получили по 3 года лишения свободы условно. К тому же их обязали выплатить материальный ущерб Калманскому району в 1 миллион рублей. Заместитель начальника колонии поселения больше никогда не сможет работать и занимать какую-либо должность в органах уголовно-исполнительной системы. Ему определено именно такое наказание.